Алматинский бизнес становится все активнее. Вслед за крупным инвестиционным форумом в мегаполисе проводят выставку по франчайзингу. Представленные компании уже стали настолько популярны, что привлекают новых партнеров, которые берут в аренду торговый знак и работают по франшизе в других городах Казахстана и за рубежом. Таких компаний здесь сразу 20, и все казахстанские. Модная одежда, медицинские услуги, создание интерьера, а вот и самый вкусный стенд. Эта компания сначала укрепила свой ресторанный бизнес, а теперь расширяется и предлагает франчайзинг. То есть желающих подключиться к их бизнесу всему научат и даже помогут наладить работу. Мы ставим полностью всю работу, кухню, обучаем персонал, обучаем поваров. Подбираем поваров, потому что это особая кухня русская, и где-то каких-то поваров мы даже с Киева везем. Казахстанские компании только начинают использовать такую систему расширения бизнеса. Раньше франшиза была только зарубежной. То, что пользуется большим спросом на мировом рынке, начинали производить и продавать в Казахстане. Теперь отечественные бренды ведут конкуренцию с иностранцами и между собой. Мы уже научились делать что-то сами. И вот эта выставка говорит о том, что мы сами производим такие же технологии, которые с удовольствием купят и точно так же прибыльно будут продавать наши товары за рубежом. И сегодня это уже происходит. Систему франчайзинга будут активно развивать. Чтобы она была понятна предпринимателям, специалисты Фонда развития предпринимательства «Даму» решили проводить специальные курсы. Им будут помогать не только советом, но и деньгами. У нас большая сеть банков-партнеров в Казахстане, которые как раз, если у предпринимателя не хватает собственного капитала, ему нужны кредитные средства и гарантии, мы можем предоставлять эти гарантии и кредиты, субсидии, чтобы этот предприниматель, через приобретая эту франшизу, начал свой бизнес. Франшизу называют именно той системой, где выгоду получают все участники. Предлагающая компания расширяет рынок сбыта. Покупающий партнер становится звеном налаженного бизнеса, а банки могут больше кредитовать надежных клиентов. Поэтому она признана во всем мире. В Казахстане франшизу пока используют только 4% малого и среднего бизнеса, но это только начало. Магомед Аслаханов, Асет Кундакбаев, телеканал Алматы.